Это видео снято с камеры наружного видеонаблюдения, установленной напротив дворца спорта «Полет». Несмотря на неважное качество изображения, картина происшествия в общем видна достаточно хорошо. Женщина переходит дорогу, как и положено, через зебру. Автомобиль на первой полосе притормаживает перед ней. Женщина идет дальше, и тут же ее сбивает машина, которая пошла на обгон. Водитель не попытался сбросить скорость. Насколько мощным был удар, можно судить по разбитому лобовому стеклу автомобиля. Женщина получила сотрясение головного мозга, перелом голени, ушибы, госпитализирована, травмы серьезные довольно-таки. Теперь это видео и станет главным доказательством вины водителя ВАЗа. Водитель автомобиля ВАЗ-2105 опережал другое транспортное средство, не убедившись, что перед ним нет пешеходов, то есть предварительно вина водителя. К сожалению, такие происшествия в Рыбинске фиксируются все чаще. В лучшем случае заканчиваются они тяжелыми травмами пешеходов. Как следствие, все это приводит к длительному лечению. Инспекторы ГИБДД настоятельно просят пешеходов также соблюдать самое главное правило поведения на переходах. Нельзя пересекать их бегом. И всегда нужно убедиться в том, что проезжая часть действительно свободна для движения.